了解一个国家最好的方式就是去逛博物馆。今天小新就带大家一起逛一逛中亚国家自带的博物馆——哈萨克斯坦国家博物馆。哈国博建成于2013年7月，是哈国家历史和艺术藏品的宝库。小新邀请到了馆长穆哈梅基乌雷接受中新社东西问独家专访，揭秘博物馆珍藏着哪些与中国有关的文物，并分享哈中博物馆合作故事，畅谈不同文明之间如何扩大认知边界。我们现在所在的位置是博物馆的黄金展厅，那这个厅里呢也藏着我们博物馆的镇馆之宝，它也是哈萨克斯坦国家历史上最重要的国家宝藏黄金武士，也就是大家所知道的金人。我们来请馆长讲讲这背后的故事。Данный артефакт найден в 1969 году известным археологом Кемал Акишевым в окрестностях города Исык Алматинской области, относится к 4-5 веку до нашей эры. Сегодня мы напрямую связываем древнего сахского воина, золотого человека с историей государственности Казахстана. Уникальность золотого человека, украшенного более 4000 золотых украшений, но облачение золотого воина богато декорировано множественными сакральными изображениями, отражает глубокое философское мировосприятие. 迄今为止，哈境内已发现9个金人。2017年，哈国博启动金人巡回世界博物馆展览计划，4年间，金人去到了中国、俄罗斯、白俄罗斯等国博物馆进行展出。Для проведения данной выставки Китай был выбран не случайно. Во-первых, Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, которые оказывают взаимную поддержку в сфере развития политики, экономики, культуры. Во-вторых, Китай принадлежит к развитым странам с очень богатой историей и культурой. Мы заметили большой интерес жителей Китая к зарубежной культуре. Доказательством служит тот факт, что нашу выставку за 2 месяца посетило более 1 миллиона человек. 我们现在就来到了古代和中世纪历史展厅，那这个厅里最有名的一件展品呢，就是一座石碑，它也是跟中国有深刻的渊源的。据博物馆长介绍，石碑上刻有固阙特勤之碑的字样，记载的是唐代与突厥之间睦邻友好的交往故事，背面为汉文部分，内容为唐玄宗悼念已故突厥可汗阙特勤的悼文，据传为唐玄宗亲笔书写。今年是哈中建交30周年，两国能不能通过文物进行文明交流？穆哈梅基乌雷这样说。Есть различные интерпретации культур на основе общего культурного наследия. Открытость и толерантность предполагают тесное взаимодействие между суверенными государствами региона. Опираясь на научное мировоззрение, нужно понимать, что устойчивость любой цивилизации определяется не только наличием историко-культурного ареала с границами пространства, но и историко-культурных феноменов, которые в совокупности определяют специфику и сущность материальных и духовных ценностей той или иной цивилизации, а именно язык, традиции, обычаи, религия, искусство и другое. Что именно укрепляет обмен между восточными цивилизациями, когда-то непрерывный прогресс, взаимные отношения, взаиможительных учетов.